Приветствуем вас, уважаемый интернет-предприниматель. Сегодня финансовая сторона вашей жизни может реально измениться к лучшему. Для этого вам нужно просто нажать на синюю кнопку под этим видео, чтобы ознакомиться с предлагаемой темой. Мы не знаем, заинтересует ли вас наша информация. Мы просто делимся с вами нашей идеей, ну а выбор вы уже сделаете сами. Если у вас уже есть команда, наставник, бизнес, который у вас получается, то можете закрыть эту страничку, так как у нас нет намерения перетягивать чьих-либо партнеров к себе. Мы предлагаем информацию лишь тем, кто сейчас находится в поиске. Мы – международная команда сетевиков «Альянс Орлов». Это внепроектная тренировочная команда. И наша цель – привести вас к точке перемен. В точке перемен пересекаются два графика – график вашей трудозанятости и график роста ваших доходов. То есть после этой точки работать вы будете меньше, а получать больше. Точка перемен – это первая промежуточная цель с доходом $1000. Если вы через построение партнерской сети заработаете первую $1000, то сможете повторить этот результат многократно. Наша команда разработала эффективную стратегию финансового прорыва, которая подробно изложена на нашем сайте. Для вашего успеха есть все, что нужно. Есть цель, есть стратегия ее достижения, и есть команда, которая будет сопровождать вас, помогая преодолеть любые препятствия на этом пути. Самая большая ошибка в сетевом бизнесе – это пытаться построить бизнес в одиночку. Поэтому в нашей команде есть золотое правило. Вашу первую линию строит наставник. Ведь любой бизнес – это решение каких-либо проблем. С какими проблемами мы чаще всего сталкиваемся? Первая проблема – у людей нет денег. Вторая проблема – у людей нет команды. Третья проблема – команда есть, но она не работает. И четвертая проблема – команда есть, работает, но у вас нет никакой возможности отойти от дел и продолжать получать растущий доход. Столкнувшись с этими проблемами, люди бросают бизнес, так и не разобравшись, почему он у них не получился. В нашей команде есть простые методы решения всех четырех проблем. Мы не вместо вас, а вместе с вами построим вашу команду, научим тому, как работать с подключившимися партнерами, и выведем вас на этап делегирования, после которого ваши партнеры смогут уже самостоятельно развивать бизнес. Для этого в нашей команде разработаны две системы. Первая – это система формирования рационального понимания, мышления предпринимателя и профессионального сетевика через работу в тренировочных группах. И вторая – это дубликационная система построения больших команд через тренинги совместных действий. Наше обучение живое, то есть с обратной связью, где на практике решаются именно ваши вопросы. И только таким образом каждый партнер сможет пройти путь от новичка до профессионала. Мы предлагаем вам наше сотрудничество. Вы можете воспользоваться нашим обучением, нашей стратегией, нашими площадками и нашей поддержкой. Если вы готовы изменить свою жизнь к лучшему, если вы готовы получить поддержку команды «Альянс Орлов», если вы сами готовы помогать другим людям, то вам осталось нажать на кнопку под видео и разобраться в информации, изложенной на сайте нашего командного проекта. На этом сайте вы видите данные вашего пригласителя и можете выбрать способ связи с ним. Дорогу осилит идущий. Делайте первый шаг, жмите на кнопку. Если наша идея найдет в вас внутренний отклик, свяжитесь с нашим партнером для обсуждения дальнейших совместных действий. До встречи в команде!